подписчики канала Айзен, я ведущий этого канала Эдди, сегодня я заценю обновление в Бравл Старсе. Так, все, я вот тут. Да, я огромный сейчас буду апать. Если у меня получится на 25 ранг апнуть, это все. Это будет сильно. Я буду пытаться, конечно, но ничего не обещаю. Так, как я посмотрел Бравл Токи, у нас должны появиться новые режимы. Да. Зачистка. Это... Да, это нужно 8 человек вырубить. Отлично, все, понял. Так. Чего? Это второй скин, который вот по такой скидке 149. Вот первый скин это был Рокобильщик Мортис, который я купил за такую скидку. А второй это Сибаину Нита. Офигеть. Я также могу качать Токашин Пенни на 11 силу, но этого делать не буду, я ж не тупой. Вроде бы. Так, и что, кроме нового режима... А, во, ШДшка, смотрите, ее изменили. Теперь она вот так вот, прикольно. Через 5 часов меняется? Стоп, а, да-да-да, через 5 часов, все понял. Так, ну, вроде бы больше ничего не поменялось, да? Ну, госзачистку заценим тогда. Так, все. У меня сейчас интернет плохой, поэтому если я буду лагать, то хреново будет. Так, мне нужно вырубить 8 человек. Ага, вон все наполнение идет. Так, давайте ставим смотрелку. Офигенно. Фига, у него уж огромную атаку что ли поменяли? Чего у него так? Смотрите, оно, он типа очень высоко подкидывает. Первое очко нет! Блин, интернет. 3G врубился, ребят, жопа. Опа. Там второе очко сделали. Так. Пока. Вот так вот кидаю. Да! Ух, я вырубил. Все. А сколько кубков зададут? 8 за это или сколько? Я вот этого еще не знаю. Осталось 4 очка. Все, давайте, пацаны, ждем. Все, еще одного убили. Шелли хорош. Так. А это боты, что ли? А как у меня боты могут быть на 23 ранге? А-а-а, меня чуть не убили. Все, все, ничего не понял, но очень интересно. Да, плюс 8. Блин, ребята, это очень интересный режим. Тут уже хотя бы думать, хоть это не мое, ну ладно. Так, а в клубах ничего не поменяли? Не, вообще ничего пока что не поменяли, потому что новый бойц выйдет через 6 дней. А когда нам дадут старпоинт за силовуху? А, послезавтра. Так, давайте вторую классочку сыграем. Блин, мне нравится то, что в этой режиме подходит Гром, которого я буду пушить. Так, Бо, Гром и Баз. А у меня МЗ и Сетгрэм. Так, конечно, не Камильфо, ну ладно, давайте попробуем хотя бы. Ай-яй-яй! А, я гаджет так всрал. Ой-ой. Все, боты вырубились. А, кто это? Кто это? Это Баз. Господи. Господи, это Баз был. Ой. Да что ж такое-то? Эдгар, прыгай куда-нибудь. Да блин. Убей ты хоть кого-нибудь. Противникам осталось 4 очка. Жопа. Ничего не могу сказать, только жопа. Ой-ой-ой-ой-ой. Собака. А, всё, только 2 очка, у них уже 5. Ай-яй-яй, извините, братцы. Собака. Ой, не-не-не-не. Одно очко до поражения, нет. Еще интернет залагал. Да стойте, ребят, у меня интернет просто в жопе. Блин. Вторая катка реально, там жопа была. Так, ну что получается. Добавили только один режим и изменили главное меню и вот эту заставку. Скин там, в принципе, прикольный, мне понравились. А, особенно на Мэг, что появится первый скин, мне, я этому очень рад. Ну, что могу сказать. Вот такое у нас получилось видео. Сегодня я заценил обновление, мы поиграли в новый режим зачистка. Ну, а с вами был я, ведущий канала Айзен Энди. Всем пока!